Привет, друзья! Смотался в магазин. Хочу попробовать коптилку, то, что домашняя, то, что я вам показывал. Взял такие вот сосиски, сейчас буду ложить их, вылаживать коптилочку, и будем пробовать, что же у нас получится. Вот наша коптилочка, она у нас готова к процессу. Вот, сейчас мы сюда выложим колбаски. Так, ага, вот так. Вот так. Если у нас получится, в этот раз колбаски, то тогда мы будем делать домашние такие и будем делать с домашним. Это тоже у меня в планах есть такое дело. О. Ну, вот так вот вроде как бы ничего. Так, это зубочисткой надо обязательно поделать дырочки. Вот. Дырочки для того, чтобы их не разорвало, эти сосиски, потому что там остается воздух. Главное не прозевать нам. Где там воздух, где там не воздух. Ну, если даже оно у нас не скопится, оно хотя бы потушится, что тоже само по себе неплохо. Но мы же опилки добавили. Сейчас будем проверять, что у нас тут получится. Так, это страшный аппарат. Аж сам убыли. Закрыли. Включили. Ну и все, будем ждать результатов. Что же у нас получится. Значит, ну планирую 30-40 минут, но буду наблюдать все время, потому что, чтобы не задымить кухню. Потому что я это делаю, пока жены нет дома. А если задымлю я кухню, мне же гоплык будет. А гоплык мне не хочется. Полыхает наша страшная машина. Аж страшно мне становится. Сижу здесь, не ухожу никуда, жду, чтобы появился легенький дымок. Главное не прозевать, и чтобы меня никто не отвлек. Все. Все, пошел дымочек. Сделал я тише огонь. Ну и будем ждать. Я сейчас несу время. Значит, подождем где-то 25-30 минут. Подождем. Я думаю, за это время будет готово. Потому что оно не только коптится, оно же еще и режим духовки. Так что я думаю, колбаски будут готовы. Главное, чтобы нам все получилось. Так, прошло 30 минут. Посмотрим, что у нас тут получилось. Уже волнуюсь, в прямом эфире ни разу не заглядывал, все живо, снимаем вживую. Вот такая у нас красота получилась. Ну, я вам должен сказать, цвет просто супер. Сейчас мы это все снимем, положим на тарелочку, посмотрим, как это выглядит. Ну и обязательно надо попробовать, что у нас тут получилось. И так как я смотрю, цвет мне очень нравится, то я думаю, нас ждет в дальнейшем еще не одно копчение на этой чудо-машинке. Вот мы сняли пробу, и довольно-таки очень даже чудно. Не сильно мы здесь довоняли, не сильно. О, вот так, вот так. О. Не сильно мы здесь довоняли, так что не будет меня жена ругать. Я тут все проветрил, все хорошо. И сейчас следом, наверное, заброшу еще и курицу. Посмотрим, что получилось с курицей. Ну, если успею, то значит сделаю, вставлю в это видео. На данный момент это вот такая вот красота и вкуснятина.